Так получилось, что за 10 дней до войны я поступил на курсы 10-месячные киномехаников. Через 10 дней война, и многих мужчин, почти всех, естественно, забрали в армию. Мне было 14 лет всего, но в кино я был влюблен. Оказалось, что я выполнял план на 115%. Фильм мне присылали из кинопроката. Я его брал и делал турне. Госаппарат от руки. И к нему «Динамо» тоже от руки. «Динамо» 4-5 мальчишек я бесплатно пропускал в сеанс. И они крутили мне эту ручку. Причем энергия этой 7 вольт лампочка и 5 ампер для освещения, больше ничего. Идем 48-зубцовый барабан, верхняя часть с верхней подающей бобины тянула ленту, потом греферный механизм, а нижняя часть в приемную бобину, причем она открутилась, ременная передача от шкива. И я рукой крутил 48 зубцов, 18 кадров, значит, я должен был делать 1,5 оборота в секунду. И, между прочим, первое время, когда надо было мне следующую часть достать, рукам на мгновение останавливалась. Но вскоре я передавал вращение от левой руки в правую и наоборот, доставал части, не переставая крутить. Вот организм человеческий, да, это удивительно, вообще говоря.